Мои хорошие, всем большой привет! У нас время на часах уже 15 минут доходит 12-го. Я сегодня встала очень рано, в 6 часов, понимаете, да? Что для меня не свойственно. Ладно, это очень хорошо. Я уже успела сварить компот. И сейчас расскажу, что буду делать. Порезала картошку, как вот для жарки. Но я маленько иным способом это сделаю. Тоже увидела рецепт. Буду пробовать и потом вместе с вами уже, точнее даже я вам расскажу, стоит или не стоит так делать. В общем, я ее также отварю 3 минуты. После закипания 3 минуты она у меня покипит в солевом растворе. И я ее отправлю на друшлаг. То есть солью, налью растительное масло, раскалю его. И отправлю нашу картошку. То есть она будет обжариваться. Добавлю лучок. Ну, типа жареная, но маленько по-иному говорят. Это очень вкусно. Ну, будем пробовать. Здесь уже сделала тефтели. Так, и что еще? Чем я тут занималась? У меня тесто на булочке. Поставила, буду сахарные булочки делать. А здесь Гоша налила компотик, остывает. У меня попросил. Вот, ну так все, собственно говоря, на кухне у меня порядок, как я вчера тут наводила весь вечер, чистота, красота. И, конечно же, мы с вами сегодня отправимся к Маше в комнату. Будем менять шторы, протрем окно. Ну вот, вот такая у нас сегодня такой план работы. На улице так прохладненько у нас, но... Пока еще весной особо не пахнет, но уже все-таки приближается весна, и это не может не радовать. Вот. Так, вчера здесь бабочку такую прикрепила, чтобы шторы не разъезжались. Ну, вот так. Так красивенько. Хорошо. Так, все, сейчас жду. Чтобы главное, если вот будете делать картошку, самое главное, не отходите от нее. Самый тот момент, чтобы она покипела 3 минутки и убирать. И тогда у вас все, я думаю, получится. Так, ну что, картошечка у меня отварилась, я ее уже сцедила. Так, все, сейчас подсыхает сковородка, потому что я ее ополоснула. И наливаю растительное масло. Так, ну что, сковородка у меня накалилась. И отправляем картошку. Ой-ой-ой. Прям на таком хорошем огне мы ее начинаем обжаривать. Так, ну что, картошка получается обалденская. Гляньте. Вообще. Супер. Я уже добавила лучок, чесночок. Вообще. Ну, конечно, если готовить как картошку фри, то ее, конечно, просто в растительном масле побольше кидать, чтобы она там плавала, и тогда она, да, получится. Но такой способ мне очень понравился, жарки картошки. Она, во-первых, не разваливается и такая прям идеальная. Вот. Гоша здесь сел кушать. Ты девочкам привет передавал сегодня? Самое чистого сердца, привет. Мой золотой. Так, а я здесь собралась заняться. Уже думаю, сделаю все дела на кухне и пойду в комнату к Машуньке. Так, тесто у меня подошло. Булочка. Будем булочки сейчас делать. Растопила сливочное масло. Ну, в общем, сейчас быстренько покажу вам, что я и как буду именно формировать. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, I'm not afraid to die.
Так, ну что, булочки мои поднялись. Смотрите, какие они прям хорошенькие. Сейчас я их помажу сверху. Можно желтком. И хочу добавить корицу. Ну, у меня так как осталось сливочное масло, я в сливочное масло добавлю корицу и сверху помажу мои булочки. Так, ну что, развела я тут. Точнее, добавила корицу. И начинаем наши булочки промасывать. Запах, девчонки, не передать. Кто любит корицу, так вообще слов нету. Вот так. Так, ладно, я продолжаю и покажу вам уже, что у меня все-таки получится. Так, ну что, показываю, какие у меня получились булочки. Гляньте, какие они замечательные. Сейчас я их переложу в противень и сверху посыплю сахарной пудрой. Так, девочки, все, сняли мы шторы. Уже закинула стирать. И сейчас хочу часть гирляндов убрать. Ну, может быть, одну оставлю. Здесь вот, потому что Маша говорит, оставь хоть одну гирлянду. Вот. Так. Комнате у меня порядок, повешала шторы. Шторы, конечно, надо будет Маше купить новые портьеры, но чуть-чуть попозже, не все сразу, я уже говорила. А, вот, эти шторы у нас еще на прошлой квартире висели, что-то у меня с языком под вечер прям я встала, в общем-то. Вот что вам хочу сказать. Все прогенералила, все убрала. Прям чисто все, еще вот эту вот гирлянду оставила. Маша говорит, а одну оставь мне, пускай погорит еще. Ну, пускай ребенок захотел, пускай горит. Вот, ну, остальные убрала. Тут у нее на окне 3 штуки висело. Вот, все, здесь тоже все чисто. Здесь тоже порядок. Все, все поубирала, все перемыла. И, девчонки, я в восторге от персила вот этого жидкого. Опять же, повторюсь. Я в восторге, правда, от него.
Вот наичистейше моет, прям вообще я окно все вот эти откосы все опять поперемыла, батарею всю вот немножко развела в ведерке, прям этот персил чуть-чуть капнула, прям много не надо, он очень такой мылкий, все попротерла и нету разводов таких, блестит пол прям идеально, чистый до хруста, вот правда, я довольна, не знаю как, как-то раньше я не особо доверяла этим гелям всем, знаете, для меня казалось, что это совсем вот вроде бы немного, да, а стоит он как бы не бюджетно, но тут попробовала, и я осталась очень довольна. Вот, не знаю, мне понравился. Да, буду, конечно, смотреть по акции, ну, по акциям тоже, ну, в этот раз покупала в Магнит Косметик, так что надо похаживать, заглядывать по магазинам где-нибудь, да, подешевле. Можно еще Ариэль жидкий попробовать. Я в капсулах брала Ариэль. В принципе, так, ну, нормальный, как бы, знаете, эти капсулы. Я после этого, как его звать, Бимакс, этого вообще теперь как-то... Ну, хотя, я говорю, Ариэль вроде бы неплохой. Вот, в зеленой такой коробочке я брала. Ну, вот... Ну вот и все, все, порядок, чистота, красота. Сейчас открою окно. И все. Пускай идет свежий воздух. Потом можно будет жалюзи закрыть. У нас здесь рулонные шторы. Вот, пускай маленько душновато, конечно, все намыло, натерло. Сейчас еще здесь лампу потушим. И все. И вот так вот у нас такая красота. Все. Я закрываю комнату, такая проветривается. И сейчас хочу в коридоре пропылесосить. И все. И на сегодня у меня заканчивается уборка. Вот. Завтра, если, опять же говорю, все будет хорошо, я, наверное, займусь в зале. Может быть, поменяю шторы, точнее, сниму, постираю портьеры. Вот. В общем-то, посмотрим завтра, как что будет. Вот. Ну и, наверное, буду заканчивать уже свое видео. Уже не буду вам показывать, как пылесошу я в коридоре. Уже 100 раз все видели, да? Все, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что еще один день были вместе с нами. Всем пока-пока.